Здравствуйте, уважаемые жители и гости столицы, и также все казахстанцы. Поздравляю вас с замечательным праздником Днем столицы. Этот год юбилейный для страны, ведь Казахстан празднует 25-летней независимости. За эти годы Казахстан построил дружественные отношения со многими странами и достиг успеха во многих областях, и Астана, сердце Казахстана, достойно несет звание его столицы. Астана – это современный город, который находится в центре Евразии. Является символом многовекторной вечной политики Казахстана. В этом году также мы отмечаем 25-летний установление дипломатических отношений между Соединенными Штатами Америки и Казахстаном. И должен вам сказать, что наши сотрудничества в различных сферах, например, таких как экономика, образование, культура, было плодотворным для обеих стран. И в этот день я хочу пожелать, чтобы Астана и дальше развивалась и процветала на благо всех казахстанцев. Днем Астаны!